У меня фотографии достаточно такой strange, strong face, и очень многие думают, что я такая, типа, йоу, вообще, то есть, ну, как бы немножко стервозная. В жизни я более мягкая. Я Виктория Гутникова, модель и хореограф, мое сценическое имя Fierce, и я в проекте Тверь Тим. Да, я вот из деревни. С одной, из Брянска я из деревни, то есть из Брянской области, и вот из Тверской области, из деревни. Моя внешность, мой типаж зашел. Ну вот, чему я очень рада. Приехали большой компанией в Париж. Я себя представляла, когда я шла. Нереальной богиней, наверное. И я потом познакомилась с Ренатой Литвиновой, с Лотой Волковой, с Эвелиной Хромченко. Работала, получается, несколько сезонов, 4 сезона с Витмон. Я работала на показе Balenciaga. У меня съемка для Harper's Bazaar была. Очень важно понять свою фишку и с ней поработать. Когда ты приходишь на кастинг, и на кастинге там 50 нереально красивых девушек, но они все практически одинаковые. И приходишь ты такой немножко, может быть, где-то несуразный в плане вот больших ушей каких-то, но ты запоминаешься. Стандарты сами по себе, они уходят уже. То есть 90-60-90 – это хорошо. Но харизма и характер, вот это вот больше ценится сейчас. У меня была в детстве одна мечта, и я вот ее сейчас осуществляю. Мечтала быть дизайнером. Формула успеха – это вот настрой на позитив. То есть, когда ты знаешь, что действительно все будет хорошо, и если случается какой-то момент, например, который немножко рушит твои планы, или он такой достаточно негативный, то ты это воспринимаешь как шаг к тому, что все будет дальше еще лучше.